Во всех православных храмах Казахстана сегодня проходят богослужения в честь светлого праздника Пасхи. Рано утром благодатный огонь, сошедший накануне в храме гроба Господня в Иерусалиме, был доставлен в Казахстан. Маршрут специального чартерного рейса проходил через Актау и Нур-Султан. Из столицы благодатный огонь передали в православные храмы Кукшетау, Петропавловска и Кустаная. Как сообщил протоиерей Игорь Светличный, в этом году из-за сложной ситуации с пандемией благодатный огонь из Иерусалима и к православному празднику Пасхи смогли доставить к себе только 8 стран мира. Главные праздничные богослужения сегодня прошли в Алматы, в соборе Святой Софии. Великую пасхальную вечерю возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Перед этим благодатный огонь привезли в Никольский собор города, где обновили все лампады и свечи. Во время богослужения православные христиане города получили возможность взять частички благодатного огня для своих домашних алтарей.